Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Angry Birds Epic. Ну что же, братишка, если ты ждал, обязательно поставь лайкосик. На самом деле, это офигенная игрушка. Итак, друзья, мы с тобой остановились на том, что наконец-то мы открыли подземелье. И я тебе скажу, что оно... довольно-таки скучное, вот честно. Вот именно, знаешь, если проходить одному, в принципе, да, это прям такой вызов, как бы, но там мало разнообразия такого. Либо мы с тобой в прошлой серии выбирали самых крутых братишек. Спасибо огромное, что вы добавились ко мне в друзья. Это действительно очень здорово. Короче, он говорит: «Красный ключ, давай!» Как ты видишь, вот, видишь, вы даже отображаетесь, где вы находитесь, но дальше там, чем дальше, тем хуже. Короче, сегодня мы с тобой попробуем. Во-первых, смотри, смертельная хватка наносит 100 единиц урона случайной птице. Я думаю, ребят, сегодня начать либо со второй, либо с третьей страницы. Смотри, в чем прикол. Мы можем друга выбрать. И да, я уже на первой страничке тут дофига повыбирал. Может, мы с тобой начнем? Так, вторая, третья... Какая еще есть? Четвертая. Вот, четвертая уже более-менее... Саша Санс, Денис, смотри, Денис Порошкин, прошу. Вот у него такая вот птичка. Есть Игорь Чулихин, Степыч. Давай-ка возьмем вон кого-нибудь. Так, берем Игоря. Давай, погнали. Вообще у нас какая сила, надо проверить. Стоп, стоп, тихо. Это типа пересмотр. Стой. Назад. Все. Игореху не трогаем, как бы тезка, все дела. Так. 327, 260. Ну, в принципе, сила такая тоже совпадает. Короче, награды, смотри, схема бамбуковый щит. Можем сразу просто не брать. Нафиг это не надо. Посмотрим также на птичку. Самое прикольное то, что... Так, ну что же, друзья, сейчас мы с тобой посмотрим. Тихо. Так, во-первых, попадя, сила 79. У меня-то сила, посмотри, 113. Самая у меня такая крутая. Все-таки тоже крутые. Ну ничего, мы начинаем с этого. Офигеть, прикольно. Так, начинаем с главной свиньи. Просто отрубаем, так сказать, голову. Потом пойдем по телу, по ногам, по рукам, по ступам. Ничего я вообще несу, пацаны. Поперло меня куда-то, непонятно куда, в какие степи, дали какие. На, цепная атака-то где? Нету, к сожалению, степной атаки. Итак, посмотрим на наших ловкачей. Снимает негативные эффекты. Ну, давай вот так вот сделаем. Пусть у нас попадет. Я, кстати, что-то последний раз, видишь, попадю прям. Это духовная связь, яд оменения и смертельная схватка. Вот это вообще напрягает меня. Итак, давай вот так вот делаем. Все, свина тут. Сейчас мы этого свина быстренько будем, хоп, так вот мочить. Так, маленькие свинки тоже на страже у нас. Вот, и видишь, тут как бы одна локация. Мне интересно, надеюсь, там будут всякие различные боссы. Это будет очень здорово. Первый, например, вот шаман. Дальше будет еще кто-то там. В общем, такое. Посмотрим, обязательно посмотрим. Так, все, главную свинью врубаем. Хорошо, что нежити нет, потому что нежить меня больше всего бесила. Так, цепная атака, на, отлично, камон, погнали. Опа. А вот и жопа, ведьмовской врач. О, как врач, нифига себе. Так, пещерный боров, ну, на самом деле надо его, конечно, первым делом. Так, прежде всего, чем врачей этих, блин. Что произошло? Он как Реджи не атаковал. А он атаковал, но без анимации, что ли? Прикол. Так, ну окей. Что-то даже не ожидал. Так, ну-ка. Ох ты, 420. Их ж ты какой, блин, а? На! Говнюк, 1300, держи. Сразу пропускаем. В плане щит нам нафиг не нужен. На кой вообще черт он нужен? Хотя тут, видишь, по три... О, что-то интересно. Что это такое? Жгучая тыква. Вот так вот. То есть она там нужна будет для чего-то. Ингредиенты, чтобы были.
Давай, братишка, приятного просмотра, приятного аппетита. Я не знаю, пожелал, не пожелал, я что-то только сейчас. Ну, я, по идее, перед каждым роликом, конечно, желаю. Итак, красный ключ. А он требует, погоди, а он у меня хоть он будет? Итак, друзья, давай переходим. Так, четвертая страница, пятая страница, шестая страница. Во, вот это другое дело. Давай, пирата, смотри, какой крюк. Капитан, на абордаж. Или вот этого давай, Никиту. Нет, давай-ка вот этого. 280, то есть, по идее, нам будет немножечко хреново. Но мы попробуем. Как бы в этом и заключается. Так, отлично. Ну-ка, давай-ка смотрим. Сейчас посмотрим, что у этого бомба есть. Капитан, мгновенно снимает с цели все полезные эффекты, наносит 321 единиц. Выбранная птица получает на урон в виде 10, но при этом сила атаки увеличивается на 60% в течение... Ух ты! Давай попробуем. Ну, блин, я что-то ожидал. Что-то ожидал я чего-то крутого, но... Блин, чуть не очень. А он самому себе может, прикинь. Вот это, кстати, прикольно. То есть он как бы в жопу ему там раз. О, это был прикол. Так, хорошо, готов. Да, ну так-то это прикольно. Подогрев называется. Да, сейчас протестируем. Так, хопа. 514, ни хрена себе. Не-не-не-не-не, в этом что-то есть, слушай, в этом что-то есть. Это так-то неплохая птичка. Ух, блин. Так, понятненько. У нас, в принципе, если что, Ред тоже есть. Все, откопытился. Свинтус. Так, нормально. Нормик. 221. Он, кстати, еще лечится. Вот что самое интересное. А как он лечится, интересно? У него там какой-то крюк такой особенный. Давай вот так вот делаем. Офигеть, это только четвертая волна. Блин, а тут свиней этих. Ой-ой-ой, не на тех напал. Но фиг с ними, ладно. Так, окей. Критический урон. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Уколем себя. Не, это прикольно, на самом деле, как он это делает. 500 урона, как бы, ну это не хухры, не мухры. Так, пошел. Давай, бомб. Давай посмотрим, у кого больше хп. 1500. Ну, они так, как бы, похожи. Есть. Так, защищает. Ой, блин, они сейчас лечиться будут вдвоем, радостные. Вообще, капец, радостные свиньи, а. Так, раз. Есть, цепная атака есть. Этих свиней мы с тобой как бы опрокидываем, опрокидываем. Готово. Так, давай дальше. Уколи себя, братишка. Сейчас, а он, не дай бог, он призывает. Ух ты, восстанавливает. Там что-то тихо. Угу. Вот так вот делаем. Есть. А, сейчас с этих свиней маленьких надо, конечно, обязательно уничтожить. Так. Колемся, чтобы на следующий уровень перейти с 500 уроном. Это действительно нужно. Так, блин, маленький этот. Ну, давай его сначала атакуем. Критический урон, и вот на этих. Потому что пятачки как бы нужны. А, кстати, на кой фиг они нам нужны? Нет, мы можем всякие зелья теперь, по идее, покупать. Всякое такое, но... Стоит, не стоит? Так. Да, конечно, стоит. На, выносим их. Отлично. Все, предпоследнее. Слушай, очень-очень даже затянуто. Конечно, сделано это все. Есть. Цепная атака у нас даже.
Ну, мы как бы можем, да, лечиться. Но я что-то пока... Хотя посмотрим, кто у нас в конце будет. Если что, перчиком чисто полечимся. Ой, ребята, ну на самом деле тут все просто. Бомб, давай взрывайся. На, красавчик просто. Смотри, как раскатал, хорошо. Сейчас приду, приду. Или что-нибудь еще. Бля, прошу прощения, ребята. Все отлично, тут уже у нас схвачено. На, говнюк. На. Все, красавчики. Молодцы. Ну, так, что это за штука у нас? Сейчас, погоди. А, нельзя посмотреть, ребята. Так, что, выиграем ее? Ну, давай, давай, у нас дофига знаков дружбы. Благодаря вам, спасибо, ребят. Так, если бы каждый раз они еще бы появлялись. А, кстати, а может они реально появляются? То есть, если каждый раз так вот нажимать, они же... Они вообще мне... Я, кстати, только сейчас до этого додумался. Ребята, они же мне в карман сейчас идут? Или каждый раз это мы, типа, меняем просто позицию? Типа, а можно мне обменять, пожалуйста, подарки? Или они идут и идут и идут? Схема посох рок. Фигня полнейшая. Ну, надо смотреть, ребята, что там нам говорят. Блин, какой все-таки путь такой ужасный. Пещера один. Итак, идем. Давай для приличия, наверное, быстренько пройдем, чтоб вот-вот... Давай, братишка, 1200, вот-вот-вот-вот, нормально сейчас будет. Мы просто их раз-раз-раз-раз скинь. Ой, тут мы вот не зря взяли, короче, кто это у нас? А, heavy metal наносит шансы 15% глушит цель на один ход. Нифига. Ну, можно сказать, да, глушил. Можно сказать так. Так, а что она делает? Какое колыбельное? Восстанавливаем здоровье всех птиц на 1454 в течение следующих трех. Также восстанавливаем птицам. Офигеть. Колыбелька, блин. Нифига себе. Ну, у бомбы была прикольная, конечно, штука. Мне что-то вообще капец прикалывало. Все, минус. Так, нам еще один раз восстанавливается. Да, это прикол. Восстановление есть. Так, у нас при том, знаешь, перчик будет. Вот я не знаю, на следующем уровне как раз можем мы его это использовать, юзануть. А он применяет какую? Целебный дождь тоже как этот. Так, нет. В этом случае не будем даже мы с тобой так уж сильно заморачиваться. Давай вот так вот сделаем. Вот свиньи, ой, свиньи. Уже ж давно, блин, с вашим капитаном мы поговорили. Королем, точнее, капитаном. Так, все, минус свинюшки. Потихоньку. Так, ну давай быстро это пройдем, блин. Чтоб долго как-то. Давай, хопа, раз, цепная атака, на. Раз, раз. Все. Круто. Не, самая прикольная атака была, когда... Ох ты ж, блин, драчун здоровенный просто, но... Просто раз и все. Бедный драчун, а. Ну и да, 167. Вот это, по-моему, новый рекорд. Пятачки, серьезно, какие-то жалкие 10 пятачков вы мне предлагаете. Я думал, вы мне схемы какие-то наикрутейшие дадите. Они мне пятачки, прикинь. Так, все, осталось, по-моему, 2 уровня. Раз, два, три, или два, три. Так, окей, давай быстренько возьмем какого-нибудь еще братишку. Так, вот. Ой, Джей. Так. Вот, все, там какая-то клешня была. Вау, ты видел? Там была клешня. Крабиус. Друзья, осторожно, не ешьте много крабовых палок. Иначе превратитесь в краба. Сначала выпучатся глаза, потом вырастут клешни. Ух ты, блин, смотри, пещерный шаман. Да вали отсюда, на, блин. Этот хряк так не умирает. Ну, смотри-ка, сколько мы его уже раз.
уровень прокачивается просто на раз, два, три. Лучше бы они сначала пещерку, блин, эту бы открыли нам. Мы бы ее сначала прошли, чтоб... Ну, блин, это было бы неинтересно. Потому что, видишь, когда у нас прям крутая сила, это особо неинтересно. Так, минус соточка. Раз, так, так. Готово. Все, сейчас последний уже. Ой, супер шпионы. Просто супер. Раз и выносят. Смотри. Этот чувак, кстати, очень далеко, я тебе скажу. Ну, это на изи проходится. Я, в принципе, друзья, могу... Как? В принципе, мы можем с тобой босса всяких различных там немного поиграть и босса. О, выиграли, отлично. Сжимающая перчатка. Блин, надо прикольное. Короче, я думаю, может несколько пару уровней делать, так, записывать потихоньку, потому что все уровни проходить — это просто жопа. 31-й, спасибо. Так, идем дальше. Вот, свинская мощь, 110 всем врагам, мешает, наносит злостный удар и нам дает сокровище. Ну давай, давай попробуем. Давай кого-нибудь возьмем. Егор, давай тебя. Братан, сейчас, надеюсь, мы с тобой на изи его. Мне кажется... Вот это чувак. Так, всего темный шаман. Интересно, интересно. 234. То есть как бы... Ну что-то как-то... Так себе пока. Целебный дождь, аллилуйя. Ну неплохо, мы справляемся с ним. Мы справляемся с этим свином. Все, сейчас еще мы с тобой это применим. Довольно легкий. Давай. Ва-а-а! Раз, два, три. Все, восстановили хп. Все, у него чуть-чуть осталось. Довольно легкий босс. Очень. Очень-очень легкий. Ну, то есть, если бы у меня моя птичка тоже была бы, практически то же самое было бы. Так, давай, конечно же, я сундук хочу получить. Что же там? А там вот что, смотри, какая карта интересная с рогом. У вас новое достижение. Единый ключ, чтобы править всеми. Во, вот это круто. Ну, типа, пещера пройдена. Вот это уже пещера 2, дождевое плато. Блин, и тут какой босс, интересно. Ого, вот это хрюндель. Капитан Красная Борода. Мягкое зеленое свечение пещеры сияет сильнее при сражении. Позеленел от зависти? Зелел, позеленел. Во, вот это уже круто. Целебные воды. Восстанавливает всем свиньям. Офигеть. Ну вы офигели, ребята. Что там дальше, конечно, будет, мне интересно. Смотри, сколько у нас там пацанов. Смертельную хватку мы наконец-то прошли. Вау, вау, вау. Ну, мне, конечно, интересно, что же мы с тобой открыли. Босс был, ну, такой. Короче, я думаю, в принципе, знаешь, например, если серию следующую записывать, так, ну, чуть-чуть уровней там вам показать. Вот, и босса главное, потому что на изи это все легко пройти, можно даже автобой включить и все. Вот как ты думаешь, братан? Напиши, пожалуйста. Итак, вот, сейчас главное сокровище, может, будет. Давай сюда пойдем. Вот этот свин меня уже напрягал, у него вечно пятачок. 637, пустынная свинья. Ослепляющий удар, наносит 1032 единицу урона. Да мне кажется, мы на изи рубанем. Что это за свиньи такие вонючие? Что это за свинюшки? Что это за свинюшки такие? Why? Что это за свинья? Ну, блин, не нравится мне это, если честно. Блин, ну минус одна, конечно, свинья. Акула там какая-то. Ух ты ж, блин, это свиньи крутые. А вот этот-то и вообще... Офигеть. Это было не очень, конечно. Да, у нас есть маленькая проблемка, конечно. У самурая, конечно, дофига хп, но...
Надо что-то придумать. Надо что-то придумать. Пацаны, понятно, это все фигня. На! Просто в этого свина и мы подохли. Офигеть! Я не знаю, как это нам пройти. Нет, по-любому способ есть. Конечно. Ну, это нас, нас просто уделали. Камер, воскресите, вы что, прикалываетесь, что ли? Я совсем папуас, что ли? Гребаный засранец. Все, выходим отсюда. Короче, нам надо как сделать. Я знаю, что делать. Ребята, ничего страшного. Кстати, попади, я что-то там у нас. Что там? Расческа эта дурацкая. Во-первых, насчет этой штуки. Как ты думаешь, вот мы можем скрестись? Может попробовать? То, что у нас легендарка. Какая-нибудь крутая. А, кстати, почему я вообще легендарку не ношу? Что за фигня? Ты что, офигел? Он не хочет. Ну, блин, это жалко. Нам бы еще одну, чтобы это что-то было такое. Надо еще выбить две по любасу. Но деньги, в принципе, я уже знаю, где накопить. Именно в пещере. Я думаю, реально позаписывать, знаешь, там, например, парочку серий и все. Парочку... Короче, блин. Бро, прости, я как Кличко уже разговариваю, как, не знаю, как овощ какой-то. Сейчас объясню, сейчас просто покажу. Наверное, проще мне так объяснить. Короче, я хочу следующую серию, мы с тобой попробуем какие-нибудь дополнения. Ну, это я не знаю, как мы. Это, конечно, можно попробовать, но я не представляю, как это сделать. Хотя, ну, чуть-чуть представляю. Короче, заходим в пещеру. Смотри, как я хочу, например, следующую серию сделать. Мы проходим... Первую миссию. Вторую миссию проходим. Вот. Третью, где сундук. И четвертую уже сразу с боссом. Мне кажется, так интересно. То есть я пропускаю всю эту вот фигню, блин. То есть быстро там дерусь, как бы. И при том можно будет там обычными птичками. То есть не как бы небольшого уровня, а какой именно у меня. Вот это было бы прикольно. То есть братишек так... Также я в друзья обязательно добавлю, если вы там в Фейсбуке меня добавляете. Так, короче, идем сюда еще раз. Мне это не устраивает. Меня не устраивает. Меня просто уделали как лоха последнего. Самурай есть. Дальше. Матильда, в принципе, она лечит, да, но... Так. Исцеляет цель на 209, всех остальных. И целительный шип. Принесение урона любой птицы лечится. Смотри. Это, кстати, надо подумать. Восстанавливает цели 15%, остальные враги получают. Это, конечно, круто, но надо что-то такое взять. Смотри, заставляет всех врагов атаковать выбранную птицу, получая назад 100%. Вот, кексовая ловушка. А Матильде надо... Любой птицы, все птицы... Вот, вот это уже другое дело. И самурайку, кстати, викинга нет. А вот теперь попробуем. Интересно, что получится, конечно. Итак, смотри. Мы вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Итак, раз. Два. Три. Четыре. Ох, как красиво, ой, как хорошо. Так, хорошо. Конечно же, сразу защиту ставим. Блин, как же бы им вот... Надо сразу избавляться от каких-то вот таких маленьких. Потому что этот засранец, видишь, долбит очень хорошо. В этом есть проблемка. Итак, слава богу, у меня есть специальные коктейли, которые вроде как восстанавливают, но что-то вообще мало восстанавливают. Не, все, он сейчас погибнет. Пацаны. И... Ну, что, еще проблема? Надо будет быстро вот что делать. Угу. Жалко. Все. Так, давай-ка переиграем. Жалко коктейль. Короче, коктейли не используем. Надо что-то придумать такое, прям это. Итак, раз. Два. Три. Все, пошли. Раз. Два.
много хп со спинком. Офигеть. Хотя бы уже минус одну, чтобы сделать. Есть в чем проблема. А стоп! А мы можем и вот так вот, то есть потихоньку сделать. Да, вот так вот. Сейчас мы протестируем это. То есть потихоньку. Теперь пусть синюю атакуют. У синей птички у нас 970. Блин. Угу. Да уж. А у этой... О, теперь можем так сделать. Ну, эта тактика, конечно, прикольная, но... Так, мы с тобой можем сейчас подлечить их. Что, собственно... Ну, кто-то отлетит. Так, стоп, давай придумаем, давай подумаем. Смотри, если мы отлечимся, это хорошо будет, да. Если мы эту штуку, допустим, одного свина вырубаем, этот там у нас это... Не, давай-ка лучше так. Ну, хотя это нас не спасет. Так. Раз. Два. Все, хорошо. Блин, главное, чтобы они на нас отлетели. Тактика немножечко работает. Ну. Слишком было сильно. Да, сейчас он сразу раз летает. Как бы мы избавились от нескольких. Так, понятно. Ой, блин, да, слушай, это очень тяжело. Не знаю, как это пройти. Может, вы мне подскажете. В общем, друзья, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Если тебе понравилась серия, обязательно ставь лайкосик. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.